Клево всем, друзья. У нас очень холодно, 0 градусов, сильный ветер в районе десяточки, если не больше. Уже 3 часа дня. Я вот решил на часик, не усидел дома, взять спиннинг, выскочить, куда-нибудь попробовать поймать хоть что-то. Подобрал место, где ветер хоть чуть-чуть дует в спину. Сейчас попробую что-то поймать, друзья. Поехали! Ну что, друзья, 0 градусов и сильный ветер. Сами понимаете, что не такой уж это и Ташкент. Рыбалка не очень. Сидел дома. Но вот, не удержался. Все-таки решил рвануть хотя бы на часик. Выскочил. Поймаю, не поймаю, не знаю. Сегодня я с дропшотом, друзья. В водоеме есть окунь, есть судак. Сейчас попробуем поймать хоть что-то. Так. Так как есть и судак, и окунь, сейчас пока сильно мелочиться не буду. Прям супер тонких. Свяжу монтаж и погоняю дропшот. А вдруг, друзья... Привязываю флюрик к основной. Основная у меня 0,1 шнур. И флюрик сейчас взял, ну, 26. Конечно, для окуня, если мелкий, лучше взять потоньше. Но здесь есть судак. А, допустим, 0,16 для судака может быть слабоватым. Так, где теперь ножницы? Только что были тут. Так, флюр привязал. Все вяжется очень легко. Теперь вяжем крючок. Ветер 10+, очень холодно, 0 градусов. Я вам скажу, что сверх не камильфо. Вот этот вот поставим. А судака мелкий будет, ну посмотрим. Все-таки хотелось бы сегодня больше окуня половить, чем судака. По уму монтажи лучше навязать дома. А на рыбалке просто привязал и в бой. Но это по уму. А когда мы делали по уму? Правильно. Иногда. Потому что вязать это на ветру и на холоде не очень камильфо. Готов. Крючок привязан. Так, глубина в водоеме небольшая, чуть больше метра, но сильный ветер. Что по грузам сегодня выберем? И мельчить не буду. Тем более это дропшот, не джиг. Ну, с восьмерочки начну, поставлю 8, а там дальше буду посмотреть. Все-таки это дропшот, это не джиг. Здесь перевес приветствуется. Сантиметров 40
сделаю от крючка. Монтаж готов. Так, что выберем? Первое нам из резиночки. Вот таких козявочек сейчас. Попробую с них, а там дальше будем посмотреть. Здесь есть и щучка. Но хотелось бы окуня. Больше всего. Оп, вот такая вот козявочка. Ручки мерзнут. Груз можно потяжелее даже ставить. Смело. Ржут надо мной утки. Приехал, приперся. Пока полная тишина. Но, если честно, будет удивительно, если хотя бы поклевку сегодня почувствую. Тут есть небольшая бровочка, буквально в 15-20 сантиметров. И на ней бывает рыбка стоит. И щучка здесь есть. И окунь, и судак. Видел одного рыбака, это полчаса кидает джиг, полный ноль. Надо бы уменьшаться, но попробуем сейчас укрупниться. Вдруг судачок проявит себя. Пока ни одного тычка, ни в пол тычка, ничего. Просто от слова совсем. Это такой у меня сдохлик. Подрезанный. Прям планирует там. Ну, киська какая у нас гуляет. Да, кися? А рыбки нету, нечем тебя угостить, красавица. Не клюет рыбка. Поймал бы окушкал, обязательно тебе дал бы маленького, если поймал. Зацеп, что ли? Ну, зацеп. Садил. Обрыв. Первый обрыв. Держим. У всех такая трудность связать флюр со шнуром. Покупают крючковязы, мучаются. Все настолько просто, все легко, быстро вяжется.
обычным крючком, которым я вяжу все свои узлы. Получается, вытянутый шнур нормально проходит по средним кольцам. У него спереди кусочек плетенки, флюорокарбон торчит назад. Он получается та же морковка. Красотища. Очень тяжело так искать рыбу, когда практически нет выраженного участка. Наши степняки — это блюдца с плавным погружением, с плавным понижением. И где-то бывают небольшие бровки. Вот здесь метров в 10-12 есть махонькая бровочка, сантиметров 15. И все. Все остальное ровное плато с плавным понижением. И вот где здесь будет стоять рыба, никто не знает. И глубина чуть больше метра. При этом вот и поймайте здесь рыбу. С одной стороны, дропшот — классная вещь, можно долго играть на одном месте, соблазняя пассивную рыбу. А с другой стороны, если здесь рыбы нету, то долго гуляешь на одном месте, там где рыбы нету. С Богом. Оп, ребятки, поклевка была. Есть, ребятки. Есть. Судачок. Кто-то всадил. Не знаю кто. Что-то небольшое, но всадило. Есть. На дропшот. Дропшот рулит, ребятки. Кто там, судачок, да? Или кто? Да, небольшой судачок. Есть, ребята. Смотрите какой. Маленький, да удаленький, друзья. Есть, смотрите. А, красавчик. Красавец. Вот так вот дропшот садил. Отпустим рыбку. Полный рот рыба у него. Промоем сначала и отпустим. Оплыл. Вот это было класс. Да, крючочек надо будет побольше в следующий раз ставить, если на судака. Но все отлично, рулит, все работает. Поставил вот такую резинку, это твистер. Я ему хвостик вот так подрезал, он очень мягенький и шикарно работает. Нету у меня на судака резины, не нашел в Краснодаре, и вот я решил сам сделать, и вот, пожалуйста, сработал. Перед этим гонял более мелкую темную резину, и нифига, ноль было. А это я посмотрел, работает шикарно, очень мягкая, и размер, ребятки, вы видели, больше 10 сантиметров, десятка точно резина. И вот такой судачок зимой всадил. Так что, друзья, дропшот рулит даже на краснодарских степняках. Ну что, друзья, полтора часика прошло. Покидал, поймал одного судачка, была одна поклевка, ее реализовал, всадил. Отлично все. Уже потемнело, все-таки полтора часа всего лишь рыбалочки, поздно приехал, поздно решился. Но, тем не менее, рыбку поймал, удовольствие получил.
дропшот рулит. До новых встреч, друзья!